Что скрыто за кулисами в подземелье? Какие лифты поднимают актеров и декорации на сцену? Кто отвечает за костюмы? Эти и другие секреты стали доступны участникам проекта журнала «Автограф». Большая сцена. Удивительно, что тут целый мир существует по ту сторону сцены, что здесь есть целый этаж актеров, что здесь огромные гардеробные, наверное, о которых могла мечтать бы каждая девушка. Для артистов большой сцены эта экскурсия стала очередным поводом для вдохновения и получения эмоций, что так необходимо начинающему актеру. Я чувствую себя иногда просто ребенком, которому дали возможность поиграть. Для меня это прежде всего трансформация. Моя личная трансформация. Вау, круто, я научилась делать немножко вещи по-другому. Это здорово, круто. И театр жив, как оказалось. И там столько всего интересного и очень крутого, что, в общем-то, не видно снаружи, когда вот ты просто зритель. Гостей за кулисами поразило, как много разных людей задействовано в постановках. Очень грамотно продумано то, что нас привели вот именно за кулисы самой театральной жизни. За этим стоит большая команда самих, наверное, хозяйственников, да, не только актеров. Это те люди, которые находятся за кулисами, которых никогда не видно, но благодаря им весь этот механизм начинает очень активно работать. До премьеры спектакля, в котором участвуют сами актеры проекта «Большая сцена», осталось чуть меньше месяца. Он состоится 18 апреля во Дворце культуры Барнаула. Билеты еще есть в продаже. Часть средств от их реализации направят на благотворительность. Александр Захаров, Александр Антропов. Наши новости.